Начало учебного года – это долгожданные встречи с друзьями, рассказы о летних каникулах. Делиться впечатлениями, обсуждать планы на будущее лучше на семейном празднике. В Чебоксарском центре для детей-сирот так и сделали. Первые звонки и торжественные линейки позади. Можно собраться семейным кругом и не спеша поговорить. В центре для детей-сирот уже давно так отмечают начало нового учебного года. Традиции нарушать нельзя, и каждый год ребята вместе с воспитателями ждут этих встреч. Мы стараемся буквально чуть ли не каждый день, чтобы у них были мероприятия, чтобы они были загружены. Есть день спорта. В среду мы всегда выезжаем в бассейн, в «Спартак», чтобы заниматься. Также они занимаются почти все, 100% занимаются в кружках. Это и лепка там, и художественная. Мальчики занимаются столярным делом. И многие у них очень неплохо получается. Поздравить детей пришли давние друзья, сотрудники Следственного комитета. Они поддерживают ребят во многих начинаниях, помогают определиться с профессией.